Журнал «Максим», 2012 год, с Анастасией Самбурской. Такой, как я понимаю, эротический журнал с рекламой. Сейчас пролистаем его с вами и выкину. Потому что никакой особой ценности он не представляет. Кроме того, что мы здесь видим рекламу старого Ford Focus, Renault, которые давно уже Peugeot, которые ушли с нашего рынка. А вы читали журнал «Максим»? Вот какая-то девушка голая. Анекдоты читайте.